Ник, ты уже год в отеле живешь. Сколько можно? Меня там все любят. Ты им 600 тысяч за обслуживание должен. Ну, хватит ныть по пустякам. Заплачу, но сначала новый проект. Роскошная роль, которая изменит все. Мой камбэк. А ты куда-то уходил? Николас Кейдж, охренеть! Я же вас обожаю! Все уже. Спасибо. Господи, скала, это же шедевр! А угнать за 60 секунд? А семейка Крутс? Что? Мне 44 года. Какая нахрен семейка Крутс? Воздушная тюрьма. Вот это улет! Вот заманчивое предложение. И что там? Тебя просят прилететь в Испанию и поздравить с днем рождения одного очень богатого джентльмена. Я этим не занимаюсь. За миллион баксов! Да, я приеду. А как зовут этот денежный мешок? Хави. О, Хави. Мистер этот Кейдж. Этот ваш Хави интересуется чем-то особым? Боюсь, я не понимаю. Хави ваш. Я Хави. Ник Кейдж. Николас Кейдж? О! Неужели это он? Как же я вам рад! Это что, типа я? Просто чудовищно. Отдашь за 20 штук? Не дурно! Это чего такое? Эликсир вдохновения. Мне страшновато. Тогда подъем на счет 3 и валим. Не бросай меня! Хватайся! А на вид не тяжелый! У меня голова увесистая! Нет! Спасайся! Я тебя никогда не забуду! Мистер Кейдж, стену-то можно было обойти. Что, правда?